Здравствуйте. Здравствуйте. Вы Надя? Вы Ира. А я к вам. А вы откуда? Сейчас работа с управления. Выходите, пожалуйста. Благодарю вас. Самовар, как прежде. А у нас тут такое горе, такое горе. Я сейчас чайку поставлю. Не-не-не-не. Да что вы, что? А вы в управлении кем будете? Я работаю в отделе. Что ж так плохо за кадрами-то смотрите? Бегают куда хотят ваши кадры, а вам и дела нет. Вообще-то, знаете, у нас текучки нет. А у нас текучка. Ой, какая страшная у нас текучка. Вы ж там прочехвостите его как следует. Вы ж там снимите с него дурака стружку-то. Ленька, не вздумай! Лодать, убью, говорит, и все. Кого? Отца. Лодать, тихо-тихо. Как втемяшет тебе в башку что-то, а ты и бойся. Я не думаю, что это выход из положения. Ну, разве можно так думать? Ведь отец все-таки вот и подгулял себе подлец и знать ничего не знает. Говорили мне, говорили, чем они на курортах-то эти занимаются? Как туда только по тоскухе-то эти попадают? Что же вы путевки-то на юг вы даете? Мы же обе женщины. Я хочу, чтобы мы поняли друг друга. Да, да. Все не так страшно. Как не страшно? Успокойтесь. Страшно. Хорошо, успокойтесь. Вы его любите? Че? Любите ли вы этого человека? Ты какой это человек? Да был бы это человек! Да разве человек бы так поступил? Его эта сука облапошила, он дурак ушатый и развесил. Почему так говорите, будто его кто-то облапашивает, а не он? А че? Не 16 ей пойти и не первый. Не 16? И не первый. А если это любовь, Надя? Какая любовь? Такая любовь? Ну, не знаю. Вот о чем мы должны были сначала подумать, Наденька. Не знаю. Хорошо с ним жили. Не воевали. А привычка? Какая привычка? Элементарно. Привычка. Потому я и спрашиваю, любите ли вы этого человека? Не знаю. Вы все слова какие-то говорите. Какая тут любовь? Когда воздуха не хватает, надышаться не могу, а в груди прям все жгет, жгет, как жар с печи сглотнула. Надежда, не держите на Василия слова. Если вы его любите, вы не причините. Я понимаю, такое трудно сразу принять сердце. Но мы ведь с вами люди. У нас здесь сразу. Ты разбила отцу сердце своим уездом. Вот это уж точно неправда. Прикажете мне вас разнимать? Ты была любимицей Беверли. Не притворяйся, что не знала. Я предпочла подумать, что родители любят детей одинаково. А еще ты предпочла думать, что Санта-Клаус приносит подарки на Рождество. Будь у тебя больше детей, ты бы знала, что у родителей бывают любимцы. Мэтью Фей была любимицей матери. Ничего, я привыкла. Ты была любимицей отца, и ты разбила ему сердце. Что мне надо было делать? А? В Колорадо Билл добился большего, чем пытался. Почему мы это обсуждаем? Ты думаешь, папа упустил бы такую возможность? Ты не права. Беверли Уэстон никогда бы не уехал с Оклахом. Он меня благословил. Он тебе так сказал. Теперь скажешь мне правду.
Жуткие гадости, что он говорил мне за спиной. Хватит, все уже наиграли. Беверли никогда не говорил гадости у тебя за спиной. Он был разочарован твоим выбором. Он думал, что у тебя талант. Писателя. Ладно, бросьте. Папа тебе никогда такое не говорил. Ты все полная бредятина. Бредятина. А ты помнишь себя в 14? Да, она уже взрослая и может проявлять характер. Но, по-моему, этому учатся у родителей. Камень в мою голову? Подумай. Воспитание характера – это прямая обязанность родителей. Ну, это я понял. А ты был явно не лучшим отцом, и сейчас ей очень трудно. То, что мы пытаемся развязать вот этот Гордиев узел, не значит, что наша дочь подростка. О, Гордиев узел! Да только ее подростковый я видит это абсолютно по-другому. Она считает себя брошенной. А тебе не кажется, что тут все намного сложнее? Конечно, чертовски сложно, хренов восстановленный призрак оперы. Да тебя это прям возбуждает. Банда! Акселератка хренова. Тише, я не защищаю ее. А я ее и не виню. Я не жду от нее иного поведения, когда ее отец самолюбивый сукин сын. Но как мы можем ссориться? Я же на твоей стороне. Помоги, будь отцом. Ну я и есть отец. Конечно, отец, номинально. Но я не отрекся от своих обязанностей. Отрекся, умник. Но отрекся тоже допустимо. Отрекись уже и катись к чертям. Нечестно играешь. Да мы это уже проходили. Да вырасти ты уже. Пока ты красишь волосы и в пятый раз становишься подростком, наша дочь не справляется со всем, что происходит вокруг. Наша дочь пытается выжить в дурдоме, в который ты же ее и втянула. Вообще-то, этот дурдом мой дом. Задумайся об этом. Слушай, Джин здесь со мной из-за семейного горя. Джин здесь, потому что она буфер между тобой и сумасшествием твоей матери. Это было бы убедительно, если бы ты хоть кого-нибудь мог убедить. Ты ужасно самоуверена. Да? А понял ты это, когда пошел трахать Пеппи длинный чулок? Да тебе самоуверенность нужна, как искра, чтобы зажечь пламя. А может, я и ушел из-за этого? О, так это твое признание, да? Откроешь наконец-то все нам, м? Ты чуткая, Барбара, но ты закрыта. Ты страстная, но ты жесткая. Ты прекрасная, милая, добрая, хорошая женщина. Я тебя люблю, но ты еще та заноза в заднице. А ты помнишь себя в 14? Да, она уже взрослая, может проявлять характер, но, по-моему, этому учатся у родителей. Камень в мой огород? Я что-то упустил? Подумай, воспитание характера – обязанность родителей. Ну, это я понял. Ты был явно не лучшим отцом, поэтому ей сейчас очень тяжело. То, что мы сейчас пытаемся развязать этот Гордиев узел, не значит... О, Гордиев узел. Вот только ее подростковая я видит все совсем по-другому, она считает себя брошенной. А тебе не кажется, что тут все гораздо сложнее? Конечно, чертовски сложно. Хренов восстановленный призрак оперы. Тебя это прям возбуждает, да? Барбара! Акселератка хренова. Барбара, потише. Ее я не виню, потому что не могу ждать от нее другого поведения, когда ее отец самолюбивый сукин сын. Но я не защищаю ее. Как мы можем с тобой ссориться? Помоги, будь отцом. Так я и есть отец. Да, номинально. Я не отрекся от своих обязанностей. Отрекся, умник. Ну, отрекся тоже допусти. Отрекись уже и катись к чертям. Нечестно играешь. Мы это уже проходили. Да вырасти ты, наконец, пока ты красишь волосы и в пятый раз стал подростком, мир рушится, и наша дочь с ним не справляется. Наша дочь пытается выжить в дурдоме, в который ты же ее и втянула. Вообще-то, этот дурдом мой дом. Так задумайся об этом. Слушай, Джин здесь со мной из-за семейного горя. Джин здесь, потому что она буфер между тобой и сумасшествием твоей матери. Это было бы убедительно, если бы ты хоть кого-нибудь мог убедить. Ты ужасно самоуверен, Барбара. Как
Конечно. А понял ты это, когда стал трахать папе длинный чулок, да? Тебе так нужна самоуверенность, прям как искра, чтобы зажечь пламя. А может, я и ушел из-за этого? Ага, так это твое признание, наконец откроешь все, да? Ты чуткая, Барбара, но ты закрыта. Ты страстная, но ты жесткая. Ты прекрасная, хорошая, добрая, милая женщина. Я тебя люблю, но ты еще та заноза в заднице. Ты помнишь себя в 14? Да, она уже взрослая, может проявлять характер. Но, по-моему, этому учится у родителей. Камень в мой огород, да? Я что-то упустил? Подумай. Воспитание характера – обязанность родителей. Это я понял. А ты был явно не лучшим отцом, так что ей сейчас очень трудно. То, что мы с тобой пытаемся развязать Гордиев узел, не означает, что наша дочь – это… Гордиев узел! Только ее подростковое «я» ведь это иначе. Она считает себя брошенной. А, брось. Здесь все намного сложнее, ты не думаешь? Ну да, конечно, чертовски сложно. Хренов, восстановленный призрак. Барбара. Тебя это прям возбуждает. Я ее не защищаю. Я ее не виню, потому что не жду иного поведения, когда ее отец самый любимый сукин сын. Я за тебя, как можно с тобой ссориться, когда я на твоей стороне. Барбара, Барбара, потише. Помоги, будь отцом. И есть отец, черт возьми. Да, отец, номинально. Я не отрекся своей. Отрекся, умник. Нет, вообще-то отрекся тоже. Отрекись уже и катись к чертям. Нечестно играть. Это мы уже проходили. Да вырасти ты, пока красишь волосы и в пятый раз стал подростком, мир рушится, и наша дочь с ним не справляется. Наша дочь пытается жить в дурдоме, в который ты ее втянула. Вообще-то этот дурдом мой дом. Да, задумайся об этом, хотя бы на секундочку. Слушай, Джин здесь со мной из-за семейного горя. О, не надо, Джин здесь потому что буфер между тобой и сумасшествием твоей мамаши. Это было бы убедительно, если бы ты хоть кого-то мог убедить. Ты ужасно самоуверена, ты знаешь? Да, конечно. А понял ты, когда стал трахать по петлиный чулок? Тебе так нужна самоуверенность, как искра, чтобы зажечь пламя. Может, я ушел за это? Это твое признание, да? Откроешься, наконец, м? Ты чуткая, Барбара, но закрытая. Ты страстная, но жесткая. Ты славная, добрая и милая женщина. Я люблю тебя, но ты еще та заноза в заднице! Они забрались, а я вас по всему дому искала. Так кругом полы моют. Чего вам, матушка, надо? Душечка, а не хотите ли принять лекарство? Ну так я совсем здоров. Да и какой еще? Еще здоровее будете. Нате, выкушайте, это от колики. Ну, слушайте, ну чего вам вздумывать здорового человека лечить? Лишнее здоровье никому не помешает. Ну, убираясь к гостям в шафе, я нашла это лекарство. Помните, в прошлом году я на ночь наелась буженины с чесноком, и меня схватила колика, и врач прописал мне это самое лекарство. Берите, оно вкусно. Так это же у вас колика была. Опять все напутали. И вообще, вы помните, с чем его принимать? С вином или с чаем? Я и не помню уже, его внутрь принимать или снаружи мазать. Да это и не важно, его осталось на один прием. Выкушайте и дело с концом. Да возьмите и вылейте его. Как это вылить, когда вещь стоит рублю 20 копеек? Вам денег жалко. Тогда скормите его мотри. Где ваш рассудок? Ее ли холопскому горлу принимать лекарства по рублю 20 копеек? Матушка, идите искать мотрю. А я очень занят, не мешайте мне. Я газету читаю, я занят. Идите искать мотрю. Идите искать мотрю.